Салам алейкум. Уалейк салам, ахи. Че вы там, где? Ну, здесь за границей, чуть недалеко. Там еще за лентой внутри? Да, внутри еще находимся. Вы где находитесь? Мы здесь тоже, где-то в Белгороде. Вы в России, да? Не выезжали? Пока нет. Одни выехали наши. И через 2-3 дня выезжают. Все живые, да, здоровы там? Наши, да. Потери есть у вас? В первом полку так, несколько потерь только потерь. И что там, что вообще, задача какая у вас? Вы ничего не знаете? Блядь, хуй его знает, бля. Постоянно их, мне кажется, полчаса мнения меняются, бля. То сюда, то туда, бля. Умалат с тобой, да? Умалат в начале колонны, у нас колонна пиздец ебанутая. 2 километра вот так, бля. Если не больше. Охуеть, бля. Прикинь, все полки разъебаны, кроме нашей. По дороге их разъебали. И сейчас 62 танков, 13 когда доехало. Из 62? Да. Только 13 доехало, прикинь. Куда доехало? Туда, под Киев? Нет, они к нам подтягивались. А вы где находитесь вообще? Мы сейчас где-то в Суму бегом ехали, да, если началось. После Сум где-то километров 90-100 до границы.